Всем привет! Я тебе снимаю. Мы сегодня на Таллине, на Ратушной площади. Сегодня 31 декабря. Вот и подошел к концу 22 год. Хотим поздравить всех с наступающим 23 годом и пожелать, чтобы сбывались ваши мечты. Мечтайте, и мечты обязательно сбудутся. На иврите. Пожарная полиция. Колеску наш не потеряй. Тут в пакетике, смотри, чтоб не размокло. И точно дает. Одна из традиций таллинской елки. Дети вешают свои пожелания Деду Морозу. Скорее всего, до коду. Это... Колеску возьми. Возьми колеску. Писалет. Украина, говорю. Не, на русском. Это на украинском. Да, давай, красиво. Давай, читай. Здесь даже подарочек, смотри. А? Подарочек. Подарочек. О! Он тут видео. Что здесь? Видео. Ага. Что, вы там Star Wars нашли? Да, Star Wars. Что, я видела, Star Wars, какая-то пожарная и полиция, и все Лего. Лего полиция, Лего Wars. Это уже рождественский рынок в Таллине. Прошлые выходные были в Риге. Похоже на павлина, смотри. Ну что цены нигде не указаны. Куда мы пойдем? Пойдем туда. Пойдем наверх. Идем по улице. Как называется? А по-русски длинная нога. Сам захотел доехать. Thank you.
эта улица Люхикелк. Короткая нога. Куда-нибудь, где не скользко. Потому что тут везде скользко. Кто там был? Гринч на мотоцикле? Это здание. Ну, это церковь, не важно. А это здание. Чего? Леди Коко. Что, Ром, у него было? Я слушаю тебя. А? Ты на видео не говоришь? Все, сняла. И крест, и здание, и колесо. И наш флаг. А там атом городской. Че, мужики там стоят? Это курилка, что ли? Только фонарик надо сейчас за эту прицепить и увезти. Что, дискотека еще не началась? Наверное, сегодня будет концерт. Президент вас сюда поздравляет. Да прям. Все.